Музей-квартира Михаила Михайловича Жванецкого. Мы находимся в его квартире. Создаем музей-квартиру. Делается все за небюджетные средства. Делается теми людьми, которые любят Одессу и знают ее историю. И самое главное, любили, уважали и всегда будут уважать Михаила Михайловича Жванецкого, нашего прославленного одессита. До этого, до начала такой активной фазы, в которой сейчас находятся ремонтные работы, мы провели здесь фото-видеосъемку, зафиксировали все, как было, зафиксировали, где стояла мебель, какая мебель стояла. Мебель также сейчас находится, мы хотим ее немножко привести в порядок, обновить, провести реставрацию там, где это нужно. Усложняются работы тем, что это не просто ремонт в квартире. Вы видите, что здесь фактически идет капитальный ремонт всего строения. Балки между этажами, между подвалом прогнившие. Надо полностью менять их. Менять фактически все перестенки. Планируем оконные рамы. Все, что можно отреставрировать, все будет реставрироваться. Ничего новодела никакого не будет. Двери, дверные проемы, это все мы оставим в том виде, в котором оно есть. Мы находимся сейчас на очень знаменитой, описанной в его рассказах, веранде. Планируем так сохранить, так же, как это все было. Но, естественно, вы видите, что ремонт здесь крайне необходим. Поменять проводку. Также планируем мы внизу, в подвальных помещениях, организовать лавку, если так можно сказать, где все, кто... А я думаю, что здесь будет паломничество туристов. Тех, кто уважал и чтил творчество Михаила Михайловича, можно будет приобрести сувенирную продукцию, которую сегодня уже с Михаилом Реалом разрабатываю, с его командой, купить книги Михаила Михайловича. Все это делаем мы совместно под руководством Натальи Жванецкой, супруги Михаила Михайловича, которая была здесь. Мы с ней обсудили проведение всех работ, выработали совместный план и по ее согласию с городом совместно решили создать здесь музей-квартиру. Я рад, что 4 года назад смог также выполнить свои обещания, и в Одессе была создана музей-квартира Леонида Утесова. Мы это создали, кто-то верил, кто-то не верил, а мы, поставив цели, шли к ним, сделали, и сегодня это одно из посещение туристов, туристический маршрут в Одессе. И планируем, чтобы с началом курортного сезона появился еще один такой объект, культурный объект, музей-квартира Михаила Михайловича Жванецкого. Мы сейчас изучаем материалы, смотрим, какие есть предметы, какие есть артефакты, чтобы создать атмосферу, потому что это музей камерный, небольшой, но очень важный для Одессы. Потому что не будем говорить, что для нас значит Михаил Михайлович. А это колыбель такая одесского языка и энергии. И много-много. То, что сейчас уходит, хочется это зафиксировать. Поэтому работа ответственная, важная. Надеюсь, что у нас все получится.